Профессия строителя с древнейших времен одна из самых нужных. В ближайшее воскресенье отмечается их профессиональный праздник. В республике в этой отрасли зарегистрировано около 3000 организаций, а это порядка 19 тысяч человек. Сегодня в Доме правительства прошло торжественное собрание, на котором чествовали лучших строителей. Строительство – важная часть экономики региона. Это не просто возведение домов, школ, детских садов. Это создание комфортной среды для жизни. Все, кто сегодня собрались в купольном зале Дома правительства, долгие годы трудятся в отрасли. Мы сегодня с вами собрались вот в преддверии этого праздника отметить тех, кого выдвинули на те или иные награды, или отметить те строительные организации, которые также смогли себя продемонстрировать благодаря своей деятельности, слаженной работе команд на всероссийских конкурсах. Строить – это не только возводить здания, но и творить. В их нелегком труде, кроме опыта и умения, важен и талант. Алексей Петрянкин удостоился звания лучшего каменщика Чувашии. На успехи в работе его вдохновляет отец. Отец строителем всю жизнь проработал со школьных времен уже. Всю жизнь проработал каменщиком, тоже бригадиром был. Также я решил стать каменщиком. Вместе с ним работал. Строить – не только создавать современный облик городов, но и сохранять их историческую самобытность, возводить комфортные микрорайоны, оснащать необходимой инфраструктурой. Строители активно работают над реализацией федеральных и республиканских проектов и госпрограмм. У меня спрашивают, что нужно делать, чтобы жилось лучше. А я говорю, нужно больше строить. Тогда и всем работа будет, и будет результат. Важные задачи ставит перед строителями правительство республики. Досрочное переселение граждан из ветхого аварийного фонда, обеспечение жильем льготных категорий граждан. На мероприятии наградили медалями тех, кто внес вклад в строительство мемориала строителям безмолвных рубежей. На самом деле, когда достаточно плотно погрузились в историю создания данного монумента, если честно, с дрожью и с большой ответственностью подходили к этому вопросу, потому что изучали записи, воспоминания тех, кто реально участвовал в строительстве. И считаем, что была большая ответственность на нас, чтобы был построен достойный памятник достойному подвигу. На торжественном мероприятии глава Чувашской республики вручил государственные награды представителям отрасли. Милена Алексеева, Регина Кубайкина, Бахтияр Вилеев, Республика.